Джакунскай корад история тюмелигер Себейский союз саңачыладен ностальгической олус сырдык кере идеялак ретро-выставка ытылынна. Экспозиция тыхынча 905-эніз алтону сыллар береметін уларийларын көрдірір. Итекемге саңачыл күтілік бірағынниғынан болара. Билинги кеми кытта тәңнәдеққа барыта судырку, баростой әрәри, отчатауғы саңачыл жиннәқ остурия бірағынниға болара. 24 декабря 2022 года наш музей открыл выставку под названием «Советский Новый год». Эта выставка проработает до 25 января 2023 года. На этой выставке мы постарались показать быт советских граждан именно 50-х, 60-х годов. Здесь вы можете увидеть предметы быта, елочные игрушки и также новогодние предметы 50-х, 60-х, которым пользовались наши бабушки, дедушки. Это вот один из небольших проектов музея, именно вот временных выставок. Была выставка, бэмунюбит открыткалар бэн, харайон юрдары, нигина галаммэн. Итлери тутан көрбүк кихи инген биле мияга көңүлөбө болуктары же олук карадык бине даже бир түгө өйдүбүн түгөн өйдүбүн эжидири мобайдыры бары жибанган хал бак он юру бандык үхан кәсиптери онун мигинлардан устулга баян кәсиптери наха топпай бидим булу арахаты наха тух мени кигин булум олихин ландар устулга баян кәсиптери наха өйдөн калбып бак кадыр осаганы үч төттө кыйын булум олук огу буллам дегере Оно наха лыхпын, тытыхпын, наха бағар бітімен біте болу, олеген өйбір қалан қал біте өйбір ғана бар. Онтал ататын ұрахана күрдік иджәл жамбарамын. Ием қас көстіғын ақсын, хамы күндетік саны ереті ел көндірдерін тұқты иджәл жарады. Наха бақты көспеппе дегенен, баратын суылан, қас бердейтін, құропқалан, олық дин кечерлі ақ Кенники хилларга 2015 жылга калбыдым. Дойду бар барам. Анан бар бытым. Жондор колобор котулустан туга калдыр ие балыгы, этиген алды. Мен де сырлы бир кул жок көнүдө калбыт. Аха, окурдук жагаланан бар бытта. Келен сыймерден, сыйе токтан, онтон үзе жиң токтук ылсаммын историятын билен интернетке ааган ток бар бу статьялары көрдөн бу йоконьюта кайдака бити бу карайоньюта каан өскебите бити ден баратын историятын интерген олак ылларын бар битим мнеганан анан бу бидди оньюга эби канытын сериятынан эне кирген бу уньян жабы жигинен бу йоко оньютугер эби мега бир коллекционер кыржаас коллекционер белебите Это 5-6 жыл аннарат түгер. Бу карыя ойнутуна жүлдү комьер эбиккен. Онна эби кеңетенген эн үсө акрикалар кому жоккун себебиттен. Онна кырджык ол ылынаммын уже акрикалар мунден кирен бар бүтүн бебер ме баалар эте ого хылжамын наа элбек огону кытта хурусаратим клуб интернациональных друзей ден бар булар эте. Ол онно хурусамыт арас тохтан кораттартан акрика багытын эталлар эте. Оно ол эми ийебиттен агаяк кырка халбитин мен жекелемин сагалан бу халган чиңетен муннат жабын манна сүрүнүр бу бүгүн агалбыт акыркалар бар болуна бехонус алтоону сылдарда гундобин дастян зотова эгендеби курдук бу жоңго токтур акыркалар бу колобура гундобин акыркката бары көрөн билергип болду уже кихи барата билер бу ыраса кырыкка бу ыраса кырыккалар булар наа кырыкан билген сыйналары да кырата ону именно бу бетин оригиналын тугун ырахын булар олук наа устук болор билген эп аны туран буллана бу зотова аткыркката бар аптар зотова 611 сыллах
Буманна как крикалар билигин. Эми жоннор хүрдэган дэн эккеретэхэн муньяхатыдылар. Бу манна бар аккеркалар маснам нум тухтар растар эккеретэхэн. Онны шүрін нюр тиемам хангажыл. Хангажыл ойн карьон нюрдар муньярам бүхетінен аккеркалар бэн эмен ар хангажыл тиемадэн эккеретэхэн. Эбинарим дэн антэм интернет тухтан. Эбэтэр жон гиддилэн жонтон айталахан, атылахан, кемнинер атастахан, нигендей күрдікте. Он уступил. Так, а крикнули на то было на. А тут основном интернет, кстати, был бывает испытывал эти батсап, писать именно а тылыр группала доктор белоктор Эльбахтер. Олон нукарда ховла на. Бо маннек раз а крикка мэхэр бюхентен, и кем хэр бюхентен сагланче и выше дико хэпсе. То есть даже тен тутулуктар. Мести дэ мэхэр булунсеп, тухинчали дэ булунсеп. А крика хедагаттен тутлукта холсе на тахолобра. Ещё дагаден именно бутираш. Бухолобра гундовин тираха. Бу зотова тираха 300 тенче денди. 3 миллион дени бит бу. Угу. Холобра тенник тугун именно тирахаттен тутлукта. А крика туга седах болара. А копия сразу билер. Ага, ки тутан кордогоно уже. Кумагатын туга сразу билдер кайдар эки. Уже менек оригиналлары тута каба үйренен барынган копияны хим бири уже бахараган. Бу колобра каттыска. Бу булырга каттыска олох. Бу бюхан сылларда кыркка. Ага. Бу тух чырна белый дякады. Почтовая карточка ем бүкенгер хурукта. Бу күттүк. Бу. Тутан кордокко наушып барда билдер. Ага. Олиген кехе туго оригиналы онна тохтени репрендени бир арараны. Бу акриккалар холобура эти карыя ойнутун курдук. Акриккага эми бу себески хоюс сагана тох событие болбута, тох улахан событие болбута ол барата бу манна историята костенедер хеп. Холобура 6-11 жылга Гагарин космоска көтүүтө. Сразу акрикка көчтөр. Бу уже 6-11-12 жылда акриккалар көчө көчтөр. Эти бастыкы спутник космоска көтүүтө эми барата көчтөнөр. Холобура ди. Олиген интригини докторга акрикканы бу тугунан көрүлгө. Холобура бу манна бир акрикка бар бу. Бам. Тухкене. Темир сол арылдыйтын тухнан. Холобура темир сол бу сахарындеги калите бам ден агуну сылдардагы. Бу манна мен уже Дед Мороз бут, уже бам тухтахтаңыздак. Холобура тендик көстөн эр тух союз тухтары. Союзка тух событие болары. Ол барата көстөн эр. Олин интересен эми бир тухтак. Историяны эми көрүн. Саңа калачы болобун. Келиксеңерде биздер бир. Чо офсея бу хала мен тынчат ибет курдук. Чен 500-600 курдук керинге акыркылакмын. Бу именно хаңа жыл, именно бу ырастар, урулбадактар ден оригиналдар экритер болобун. Дугум тема бун хорген этиндик тухтабыдым. Тема бун кырат кылгата мен кыратан бир билимди кайтты. Ага. Тоже терген акрыкны бардан комьер наустук. Арас тема бар. 8 марта, 1 мая. Этиндик брагниктерден комьердакка кемере артисттер комьер, кемере брагниктерден комьер, кемере именно бу зарубин эрекендерден комьер ден. Ага. Ону аңардас баратын бары кеген. Объять необъятное невозможно деви курдук. Оле мен бем токмин тема бун усту курду бутум. Бу именно растары он нагажылдары эреден комуя кулуп. Филокартисты ден бола битти. Филокартия ден груп токта белоктак бут. Олонно де эти менен де бут. Тасыр деттен ки хангылы күн араганы акыркада барата келер. Оно таба көрөн күнү баха ол кетен ол рогун. Ага, эйеқы соға кіркі бар болды, таба көрен уже. Бұй маны мені лабын ден бұдды, атар ағаде уже нұқ. Интересіне, интерес бар. Қария оңғыларын история еттен кәпсері біт болдыққа. Бұлыр 15 үйеға, саңа жылы
1 сентября был календарь Ландаровице. Онтон Петр первый сагана, эти ханга календарь киллерин сагана, кине указ тахарат, ханга жылы, где бы отут бир, ахсынё отут бир күнігер, тоқсынё бир күнігер ылылдар болбыды. Ол сагана, тоқ, эми қарыя ағаланнар, эми керкетер білі традиция, ол сагана өз кәбіт болуқтақ, ол гынан баран, Петр первый тоқтан бүтін кәнеттен, ол традиция омнылан қалбыды. Он Николай первый сагана, да эти кергене Пруссия тентуртеха бит, он кине Шарлотта ден Пруссия тенгермания тентуртех, эдеркентис кине традиционно агал бит мен Россияга иксте, он тенча агасюс тогун тогусллака, амбасты киёлканы кине Николай первый кергене гарананден. Были рахтага оголору гарден тохтав тартари биттер. Дабарес игер. Оны бире рахарая болбатага бит. Кас тағаны сыйлай тыя курдук. Кас бирди жонга тустоғынан карьялар дағыгене биттер. Руккута. Оны карьяны туғынан келгетере биттер иден. Ол сағаны барды тух сенилер ахалык. Яблкалар, бренниктер, тух эрехелер, тыя эрехелер агенде курдуксе. Оно улганник осагына йоконюрын оңорбаттары бич. Барыта основном тук алык. Антон, эти Николай революция боларын сагына, тух болар. Сүрбөтөт сыллакка Ленин бүтэхек карыены Шушинске кетерер. Йоконы оғолырганан. Анан дикини гэлджэлджэн бу үлэрэ гэлджэлджэн. Анан куракка баран ёлкой карьон юлдарын агалан, атылыхан агалан дебу оғылыры ки тухтан. Шой бағай ёлканы бетэхэгін тарий биттэр, революция кэнниттэн ити. Онтон хүрбэ бесыллаққа уже Ленин өлбүтін кэнниттэн, карьон бүтін лан бобан кэбэхэллэр. Той дитэргін бу... Қарияны ұрық тұғынан кергетелері біт. Бүфлиемская звезда дейін, ангелочиктар дейін. Иті барыта біле таңара үлі арыжысты болуыны кіттесі бәстәк дейін. Оны білергі құрдық историяға біле ұжы тұқ таңара үйреған ұтары бардықтары дейін. Олейін 30 сылларға бастан қария бүтін бопсы бұттар саңа жыл болба бұт. Онтон, отут бес сыллаққа Павел Постышевтен политический деятель, Сталинга ғұрыер. Бұл тоғы бігігі, бұл содружественный омық дойдуларығар бігігі бұл үләхеттер оғыларығар тоғы елканы тұрыр баппыды еденсе. Қолы бұра хәбеске хойыз оғыларығар әме тұрыр оққанады ден кене тоқ призыв оңырыр. Оны істен Сталин декірдіктағаны да тұғы елканы бұл хәбеске үләхет оғыларығы ананден тәрегеққайынден. Дәуіні отут сеттәліққа, хамын бастықы ұлыған керемелгі елкәтір елдір. Ұлықын қарайыны ағыланынырды оны кергетелілер. Атак бұл елкі оңютын үсті өкіленінен қаған оңырылдырын сағалабыттары дейір боллаққа. Әті клин қорат бұл білген дағаны тағарысы, білген ел әчкі дейін завод болын тұрыр. Клин қоратқа сүз бөгінтін тақсағыл анныра түйір ұжы оңырыр бол бұттыр. Стекло дуфтар, илінен білі үреннер, қаз берді оңыны. Офсайынын бұлыр ол елконютын ябылтыннан ең кергетерей боллаққа. Лауш әден Германия қоратығар. Түнча ағыз сүз... Точно, ғылын точно енді әппін. Лаушаға бір сыл тоқ урожай яблық соға бітсе. Олеген тоқта біттір, үсті өкілеттен үрен оңыран тағар біттір. Деп, білген прототип елочный шарики бұл ол яблықаттан тоқтан сеттерін. Онтон сағалан де уже эти шариктері үрер бол бұттырын. Жондар наға сөбілгі көр біттір, үрдеген ден уже модаға кел біт. Онтон ата уже үсті өкілені. Үсті өкілінен үрен, еміне елконюрдарын оңыран керен бар біттір. Отут сеттіғы лаққа түнінен кәлді біт, отут сеттіғы лаққа бұллағына кремілге амбастан ол әміскетші әттіқтар әді бұл тәрге қайынген.
Улахан тух заводтарин улаханных сухтаребит, йоконюрдарах ухтаребит, ну. Тух барынын, батынын дейін, ол сағынын тух бар біле аптекаттын қанына атыланар баталарын барты сүппіттер. Ол түйіндері күністері өлеләнінер де, улхуын қарияға дебу кремілге анан дейіндер. Оню бұғытын бағданнан ең оғырын тағар біттір. Бұл әті ұжы әте отуты сыларға ватны игрушки бар бұл біттірсе, арағынай оғылыр, қанқылақ оғылыр. Әбіхәт бұл елкабыт үрдігер идеология, символы, эпохи, серпі, молат, звезда, әте пәте, конечно, 5 мұнықтақ солу спот. Онна тохтар бар бул бутар серпи молат знак так тохтар аны бастыкы шариктерге булланы фотография вождей Ленин Сталин Маркс балдары бит тохка шарикке бейдер бин рухидан тохтар тар бутар бастыкы шариктер же ол олус седех дин билген чыкканда да хох он шариктер кесем бул бат аны эсеп көйүндөгөн атаганы Олох ынрык сыны болар. Үсүүнен төсүүнен танча да болду сөптө бир. Түбер күннөктө болдук. Кийин кайын кеонугу болуп бат. Ден эксклюзивный биримит музей кире бар болгон сөпөндүк. Шарк. Отото сылдарга эти символы эпохи дейти битти. Ага. Красноармейстер таккыбыттар, красногвардейстер. Аны тох монтированные игрушки ден биле. Кракай бусинкалары біле үрен тахаралар. Ол бусинкаларынан оңырынлар тух арас стратостаттары, парашюттары, самолеттары. Бу офсайынан елкі ойнутын көрен сәбеске хойуыз сағына тух сабытия бол бұтын барытын елкі ойнутынан кейіз үшайдын сәп. Қобыра алтоныстыларға Юрий Гагарин космоска көп бүтігер. Жа онына сразу космонавтар бар бол бұттар. Кейі барыты білер біле арас космонавт барытын оңырылдар. Бастыкы спутник көп бүтүгер эмне спутниктер бар болбуттар. Дирижабель көп бүтүгер дирижабельдери тахар бүттар. Чети курдук тох событие улахан событие бу дойду дүнөм болар, себешке өчүр дүнөм болар. Ол барата сразу хаңа жылга, ол сылга эбехет йокунутур бар болук тахтин тахсан эсбит ондук. Биогонус сылларга Чордун тогу сыллакка кем Пушкин Александр Сергеевич сүз бөгүн саан толарыгыр. Бу сказкалары тахарыр болуптар. Бу колобра сказка о рыбаке и рыбке ден. Огоньор, эмэхсен, бу золотой тохтактар, балыктактар, желяктар. Ага, по сказкам Пушкина нагальбах уже сюжетный оньютар тахарыр болуптар. Окурдук сказка о золотом петушке, эти меха коллекция бар балдар. Коллекция бар самый седах он юрдарынан бу набор игрушек Чиполлино болар. Сэм Джанни Радари Астори етіні. Бу Чиполлино набора алтоны сылларға тақсы бітай. Мен эти дух барыта пришепкаға тұттарылар. Эти лірттен меха сүрбет өт он юрдан меха білген ойнекері бар. Қолы бұра хүрдах хамы ағаяқ экземпляр дақтықсы бұт боларының бұхетінен үйірхан байы сәні лақтар қолы бірақ рұқтары бүтәхек мен әтеткеме бұға қолан әттаққа сеньор помидор тебілген доступны осы әната сәтті әбетер аға ұстығынша болар бейбейті қолы бірақ так как в России объявлен год учителя и наставника, мы планируем вот подготовить выставку, посвященную этому году, именно посвятить учителям и наставникам. Ну и такие традиционные выставки, именно посвященные таким, как Международный день музеев, День защиты детей и много-многое другое. В этот музей я приходила со своими студентами этой осенью. И мы приятно были удивлены, насколько богатый фонд этого музея. И когда мы разговорились, увидели вот это платье нашей так выдающейся жены, нашего революционера, было предложение, да, вот что будет организована такая выставка, и могли бы мы подобрать одежду 50-х, 60-х годов.
А наши будущие модельеры, конечно, с энтузиазмом, с интересом это все восприняли. Мне было интересно как преподавателю. А у нас была есть инициатива и желание вообще создать музей моды города Якутска. И мы поспрашивали своих знакомых, родственников, тетушек, бабушек и с удовольствием принесли несколько моделей на эту выставку. Но поскольку выставка посвящена 50-м и 60-м годам, я бы хотела напомнить, что это были за годы. Это были тяжелые годы восстановления после войны. В 50-х годах я была, в конце 50-х годов я только родилась. 53-й год – это год смерти Сталина. И это годы оттепели, как вы помните. А люди были настолько после войны рады всему мирному, им хотелось веселья, и вся мода, которую они использовали, она была, конечно, не такая, которая на Западе. До нас доходили, был железный занавес, и до нас очень мало доходило того, что в мире творится в моде. Но женщины хотели быть красивыми. А в это время Кристиан Диор придумал фасон «New Look». А в 1959 году к нам открылся ЦУМ. К нам приехала парижская коллекция моды. Шикарные манекенщицы ходили по набережной Москвы, по городу. И они резко отличались от наших советских женщин. Но вы помните «Карнавальную ночь», где Людмила Гурченко пела свою знаменитую песню. Вот как раз у нее платье было «New Look» из коллекции Кристиана Диора. Конечно, могли одеваться только женщины состоятельные. Было очень мало ателье, было очень мало портных. Это стоило баснословных денег. Было очень мало ткани. И поэтому себе позволить это могли только артисты, только жены дипломатов. А у нас в Якутии все равно женщин очень хотели одеваться. Я, на эту выставку принесла платье моей свекрови. Она родом из Сунтары, Федорова Пелагея Ивановна. Она была очень такой хорошей мастерицей. Почти вся одежда на ней была сшита ею самой. Вот, например, вот это вот платье, оно вообще сшито из штор. Но вот посмотрите, насколько она подобрала красивую отделку в цвет, насколько она это вышила хорошо. И это напоминает немножко якутские холода. И все ее платья, вот они были, очень была модна вышивка, брошки и бусы. И вот все это они, конечно, воплощали с тем, что имели под рукой. Значит, 60-е годы – это годы, когда трендами были уже такие мировые тренды. Это, например, балоневый плащ знаменитый, это узкие лодочки белые, это прическа Бабетта. И вот это все уже могли позволить наши советские женщины, потому что мы тогда вошли в общество ВЭФ, где были объединены такие страны, как Чехословакия, Болгария. И вот оттуда к нам шли товары. И в это время очень много распространялось так называемых стиляк и фарцовщиков, которые привозили морем, там с поездок артисты привозили вещи, которые были модными. Вот. И когда вот у нас в Якутске каждый год состоится День города, у нас очень интересный такой проходит конкурс, да, ретро-мода. И это очень приятно смотреть на людей, которые сохранили много вещей, которые вспоминают свою молодость. И вот этот музей города Якутска, я бы хотела пригласить всех горожан на эту выставку. Это такая приятная выставка, такая ностальгия по прошлому. И вот у нас очень много жителей города, которые в свое время модно и интересно одевались. Для них, я думаю, что это будет приятно посмотреть на все на это. Также, вот, учитывая на опыте предыдущего года, мы также проводили встречи с журналистами Якутии, как вот Василий
Кюрдюген, спортивный комментатор. У него была небольшая выставка тут именно значков по тематике Якутии. Также встреча с Дмитрием Михайловым была, посвященная именно городским легендам и байкам.